Сегодня в детском саду «Солнышко» праздник. Тут открыли билингвальную группу, где теперь будут заниматься 28 малышей. Именно в столь раннем возрасте дети смогут получить знания на двух языках – русском и крымско-татарском. Сейчас наше подрастающее поколение и сами родители забывают наш родной язык. А открытие таких групп способствует тому, что ребята уже сами, повторяя за воспитателями, говорят различные слова на нашем родном языке. Группа создана по всем стандартам. Тут уютно, светло и чисто. Есть все необходимое, начиная от игрушек, заканчивая партами и кроватями. Теперь дети смогут заниматься в комфорте и получать огромное количество знаний на двух языках. Благодаря финансированию администрации Симферопольского района на капитальный ремонт данной группы было выделено 1 200 000 рублей. Группа с билингвальным образованием открыта с целью развития культур народов крымско-татарского и русского. Для того, чтобы научить наших деток жить в мире, в содружестве, понимать друг друга. Ведь сколько человек знает языков, столько раз он человек. Напомним, это уже 10-я билингвальная группа в Симферопольском районе. В ближайшее время группы, в которых будут изучать русский и крымско-татарские языки, откроются и в других детских садах. Мухаммед Зикиряев, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет».